Любители велотуризма, в числе которых строители, предприниматели, менеджеры, в Молдову приехали из Эстонии. Группа из 6 человек ежегодно выезжает на активный отдых в различные страны. Чатерлунга на их маршрутной карте обозначена как одна из остановок. Ранее они уже колесили по Латвии и других странах. Учитывая, что нашли друзей в Молдове, то решили поближе познакомиться с нашей страной. Конечно, это две разные страны, две разные культуры. Инфраструктура тоже две разные, можно сказать. Но с велосипедом терпимо. Если ехать на легковушке, конечно, это одно. Если на велосипеде, это дорога терпима. Кайда уже 10-й раз отправляется в туризм на велосипеде, и с каждым разом он привлекает в велокруиз все больше друзей. По Молдове они пройдут около 400 километров. Их маршрут начался из Кишинева, где проживает их давний друг. Экспортировали туда рапс. А сейчас эта работа закончилась, и остались такие дружеские отношения. И они были в 2006 году как туристы с другой группой. Им очень понравились они были в криковских подвалах, местная культура Экипировку они с собой не возят, им приходится пользоваться гостиничными услугами и питаться за свой счет. Если учесть расходы на авиабилеты из Эстонии в Молдову и обратно, то получается совсем недешево. Эстонцы успели познакомиться с главой местной администрации, уточнили детали маршрута, и команда двинулась в путь. Хорошо, что у людей есть тяга к путешествиям, это как-то разноображивает жизнь нашу, делает ее более интересной. Человек обогащается, когда он узнает другие страны, другие культуры. Вообще туризм – это очень интересная идея, интересная для экономики Гагаузии. Мы надеемся, что у нас будет развиваться не только сельский туризм, но и вот такой. Просто людям будет интересно приезжать сюда, узнавать что-то новое. Гости отметили, что Эстония и Молдова – не только разные страны, но и влечения здесь другие. И правда, гагаузы в смысле туризма и путешествий предпочитают отправиться на экскурсию по святым местам, нежели колесить верхом на велосипеде.